Праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага, продолжались вечером. В Северном парке для молодежи был проведен интерактивный квест «Родина моя» и акция «Равнение на флаг». А теперь к другим темам. До начала нового учебного года осталось чуть больше недели. В славянских школах завершаются последние приготовления к встрече учеников. В этом году на проведение капитальных текущих ремонтов общеобразовательных и дошкольных учреждений из районного и краевого бюджетов было выделено свыше 40 миллионов рублей. Тему продолжат мои коллеги. Пока ученики отдыхали на каникулах, школы усердно готовились к новому учебному году. В 16-й школе в связи с постоянно растущим количеством учеников были достроены несколько учебных классов, проведен капитальный ремонт внутренних туалетов, отремонтированы кабинеты труда, заменено освещение. Благоустраивать школу помогали и учащиеся. В течение каникул они работали в трудовых лагерях. Я с моими одноклассниками хожу уже неделю на площадку, на трудовую. Помогаю благоустроить школу. Мы ходим, сапаем, я крашу площадку для того, чтобы наша школа была готова к 1 сентября. К новому учебному году также выполнен капитальный ремонт внутренних туалетов в лицее номер 4 и в 29-й школе станицы Петровской на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. В школе номер 7 поселка Степного отремонтирован пол. В 25-й школе станицы Анастасиевской в здании начальной школы заменены окна. За счет привлечения более 1,3 миллиона рублей внебюджетных средств построено здание лаборатории станции юных натуралистов. Была отремонтирована крыша. Были приобретены новые стенды для станции юных натуралистов. Силами работников станции юных натуралистов мы отремонтировали кабинеты, побелили их, покрасили. И нам очень помогала ремонтная бригада. За несовершеннолетние детки очень хорошо потрудились. Также к новому учебному году в ряде общеобразовательных учреждений и детских садах проведены сантехнические и электротехнические работы, заменены ограждения. В дошкольном образовательном учреждении номер 7 города Славянска на Кубани заменен пол на сумму более 500 тысяч рублей. Построена веранда. Выделены средства в размере 465 тысяч для замены оконных блоков, недостающих. Поэтому детский сад наш будет полностью оснащен окнами. При подготовке к новому учебному году особое внимание было уделено безопасности образовательных учреждений. Во всех школах установлено видеонаблюдение. Системами контроля, домофонами оснащены 15 детских садов. Во всех образовательных организациях имеются кнопки тревожной сигнализации. Заключены договора на оказание услуг экстренного выезда наряда вневедомственной охраны. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская, программа «События».